Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души». Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхан. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все, даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявший в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него было просто собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснялось: «Это черт, а не человек». Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление. Но вместо того, чтобы дать это наставление, он высек его совершенно неожиданным образом. Непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не оставил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревность, бескорыстная служба, не могла не сделаться предметом общего достояния и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин и повышение. И вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тотчас вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдумано правильным образом, на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие отношения с ними, потому что был не более как простой пешкой. Стало быть, немного получил бы, но теперь совсем другое дело. Ми ж тут всі зібрались клубом нетаємних гоголелюбів, тому тут, напевне, питання до всіх нас і кожного, які саме тексти Гоголя ми любимо і за що ми його любимо. От за що, чому Володимир обрав саме «Мертві душі»? Чому не от
теж, як падає цей вибір, і як би він не впав, він все одно буде влучним, тому що ми зможемо для себе дати передовсім для себе відповідь, за що ми любимо Гоголя. Влади, за що ми любимо Гоголя? Ну, я мертвые души, я предложил Володе. Ну, мы все фанаты, опять же. Но вот этот отрывок как раз из истории самого Чичикова, о которой обычно мало кто знает, и вот этот отрывок, как он был начальником таможни, для меня просто сладость. Я просто елей на душу льется. Я когда Володя читает, мне очень нравится, как он это делает. И я просто представляю, открываешь там, ну вот, все катавасии на нашей таможне, думаешь, 200 лет прошло, а как и не бывало. Мы стоим на том же, и вот, ну, точнёхонько все описано, и психология, и тактика, и стратегия, и язык. Вот этот язык, который, ну, фантастический, ни у кого нет такого языка. Вот как он, я вот в прошлый раз говорил, как он умудряется на русском писать по-украински. Вот это же невозможно. Ну, как можно писать на одном языке, а на самом деле звучит другой язык? Для меня это фантастика, я не понимаю. Это чудо. Я подумав, от нехай Солоха, нехай чорти, це все вічні образи, які нас будуть турбувати. Але чого нам досі цікаво слухати про чиновників Російської імперії два століття назад? І, наприклад, про відрізаний ніс, який бігає містом після того, що сталося в 20 столітті, після цих формалізмів, сюрреалізмів і так далі. Я не знаю, ну, я завжди з великим трепетом читаю Гоголя. І минулого разу я розказував про те, як я досліджував загалом Гоголя і знайшов його гербарій. Для мене це якась... Ну, я дуже не наблизився до того, щоб зрозуміти, ким була ця персона. Як можна було настільки різноманітно і влучно, і концентровано писати. Ну, це якась така величезна загадка. І коли цю загадку у нас в Україні намагаються якось відкинути і сказати, що це не наша загадка, мені стає дуже сумно, бо мені здається, що це нас настільки збіднює, що страшно. Ну, тут якраз різноманітність Гоголя дозволяє нам його привласнювати собі. Кожному з нас його привласнювати. Ну, да, вот в том-то, ты знаешь, когда я придумывал Гогольфест, у меня была как сверхзадача, чтобы Украина присвоила Гоголя. Чтобы мы говорили, что это украинский писатель. Ну, вернее, он мировой писатель, но все-таки вот это вот наша родненька. И вот поэтому, ну и гениальный, ну что там, мистический, магический, фантастический. Так что всем рекомендую, почитайте «Мертвые души», вы откроете для себя, ну, просто сладостные мгновения. Ну, там, просто вот посмакуете все. Начиная от встречи с Собакевичем, там есть гениальная реплика, там говорит, Чичиков говорит, какой наш этот губернатор, какой прекрасный человек, а как у него, какая у него кухня? Собакевич говорит, дрянь человек, и кухня какое-то тоже дерьмо. Просто, ну, такое...